Всем привет, ребята! И сегодня мой папа будет играть в виртуальную реальность. Салам, друзья. Так, сегодня хочу поиграть в бокс. Хочу показать, как это прикольно. И это не слава богу, уже игры научились делать такие, которые не просто сидеть и втыкать в монитор, а которые хотя бы как-то полезны для здоровья. Но действительно, это тяжело. Да, как-то так. Да, сейчас мы загружаемся. Такие вот заставочки, вот это типа моя такая вот площадь, куда можно ходить. Покажи, как... А то она все так же выглядит, как с той точки Ну, зрения. да. Только я границу тут затрагиваю, поэтому вот так. Что это за звук Это такой? перчатка. Ну, перчатка. Жестко. Great rise to glory. Поехали. Так, карьера. Какая карьера? Ну, я продолжаю карьеру. Давай. Не понял. На прохождение. А, то есть ты можешь игру это пройти? Ну, конечно, да. Так, продолжаем. Нам нужно быть игроки, поэтому нужно нажать кнопочки так руками. Тынь, 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 жарим картошку. Вот он, Рокки, красавчик. Это Рокки? Так, тренировочку надо пройти. Руками шевелить. Ты, ты. Оп. Оп. Офига себе, какой ты жесткий. Сам в шоке. Оп. Сколько тренировка будет идти? Сейчас еще, наверное, немножко. Так. На 4 звездочки прошу разведение. Нормально. Ты тут? Да. Так. Сражение. Так, Ливерпуль, Англия. А ты за кого? Это как по фильму Рикки, как его Конлан, по-моему, зовут. Да, Рикки Конлан. А, то есть помнишь, когда ты в точке? 36 побед. На поражение 0 ничьи. Помнишь, когда ты играл тот, этот, как он называется? Кто? Ну, бокс, он тот, где были животные всякие, помнишь? Ага. Здесь ты настоящий? Здесь жесткий бокс. Здесь реально тяжело. Даже что тебе поможет, ни от чего ощущается, как бьют. О, значит, меня не вырубил. Блок. Да, Дим, жалко, что тебя по лицу не убивался, да? Да, Дим?
Что? Жаль, ты говорил, что жаль, что не ощущается, что тебе помоги. Ну да. А так вообще было бы реально. Так, блок. Блок. Блин, вообще. Реально очень тяжелый уровень. Жесткий. Второй раунд. Так. Ну как тебе? Нормально. Я его подгружу. Ах ты собака, ля. Нокаут. А сначала главный герой в этом фильме тоже проиграл? А? Сначала герой в этом фильме тоже проиграл, да? Это жесткий соперник был. Очень жесткий. Очень. Седьмой раунд. Опять меня повалил. О, я его повалил. У тебя блок там где-то в другом конце города. Печень. Я прижал к стенке. Не могу назад уйти. На руками махачу. Прибежай к своему телу бездыханному. Я, ты дал? Нет. Все, мне помог петля. Мне еще. Как он тебе стенки? Он все, да, сдал? Да, он подвырубил. Давай. Да не стой возле стенки. У тебя опять прижмет. Так, что у нас? Не знаю. Выбрал или нет? Наш я стенки всю катку добил. Это было жестко. Красавчик. Это кто? Роки. Да, Роки. Ты проиграл, походу? Да нет, не знаю. Так, тренировочка. А тебе нет выбора сказать «но», да? Что? У тебя не было выбора сказать «но»? Вот сюда надо тренировку проходить. Это, скорее всего, поединок какой-то будет. Это классная душа. Ой, душа. Да когда ты так сажаешься? О, поворот. Велодорожка. Я уже мокрый. Дима, чё ты? О, да, на пятерочку.
Красавчик. Прикольно. Дима, а чего ты не уворачивался от твоего этого? От Конана? Да. Он меня прижал к стенке. Мне уже некуда было отходить. Так. Уворачивался, я имею в виду. Я не знаю, ответ. Какой-то накачанный тип. Сейчас попробуем его завалить. Так, сейчас должен написать, кто это. Бобби Нэш какой-то. 38 побед, одна бы в ничья отображение. Но на кого там не видел сколько. Блин, я еще от того боя не отошел. Мне уже на этот вызывают. Легко и здорово. Только выше меня, наверное. Нет, ты выше. Иди сюда. Да выше. Да, метр 95. Как мне до него доставать? Глянь, лапки, здорово. Раз, два, три. Все, бой начался. Давай, помоги ему сразу дал. Мне кажется, он тебя немного подавил. По корпусу, по морде, на. На, по корпусу, по морде, по корпусу. Уворот. Ай, не вернулся. Поворот. Блок. По морде. По морде. Поворот. Поворот. Блок. Корпус. Морда. Корпус. Ах ты. Блок. 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 На. Ты дико сражаешься. Задремал. Ух ты! Вырубил меня. Давай, беги со скоростью света. Ну, так, еще раз. Еще раз. Фух. Все выбор. Ляну. Сейчас подщупил. Тут его долбить. Ох, он меня врыгал. У меня силы уже заканчиваются бить. Ух ты. Самое главное правило не как кто больше победит, а как кто жестче истощится. Блин, по печени. Да вырубайся. Я меня вырубил. Как он такой жесткий? Не знаю, надо быстрее бежать. По лицу ему. Все, он меня убил. Да, я правильно. У меня уже сил нету. Все, будем заканчивать. Да, ладно, ребята. Два матча это. Два поединка сложно выдержать. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока, ставьте лайк. Да, играйте в активные игры. Понесите за монитором. Классная вещь. Все, всем спасибо. Всем пока. Пока.